главный преследователь, а Батрип. Юности, но и... Вот моменты, и отличный гол КПРФ. Уверен, конечно, торпедоваться кто-то будет. Акула! Хо-хо-хо! Ай да Макса! Слышу историю, пришел первый раз посмотреть на новую генерацию, а четвертый мяч влетает, и отчасти такой курьезный он получается. Максим, нет, это, наверное, Никита Емельянов празднует взятие ворот, и сейчас мы на повторе посмотрим, каким... ЧС, пока сейчас... Главный преследователь, а Батрев какую красоту забивает, 4-0. Ну, если Батрев так и хотел, мы сейчас на повторе увидим. Батрев вообще специалист по весьма экстравагантным решениям, которые становятся в итоге голами на последнем рубеже. Я рад, что все поклонники, наблюдающие сейчас это не только на трибунах юности, но и... Вот моменты, и отличный гол КПРФ. Майя на баталью, баталья на дальнюю штангу, а там уже караулил Шимбиня, 3-2. Разорвали вот здесь в центре прежде всего. Сейчас посмотрим, конечно, разберем этот момент. Разорвали здесь Майя с баталией, конечно. Вот баталия здесь выиграла единоборство. Вчера не стало каких-то всех карт раскрывать. Уверен, конечно, торпедоваться кто-то будет. Акула! Хо-хо-хо! Ай да Макса! Дубль вот так в первом тайме. Ну, просто феноменально. Максим Акулов, 3-8 минута. Соскучился, конечно, по большой игре. Максим Акулов, 39-й номер. Могут ли выйти через этот прессинг? Смогли. Лялин! Лялин забивает, Алексей! 2,5 минуты. Вот это игра! Просто на лезвие ножа вдоль боковой бежал Алексей Лялин. Смотрим. Прошел здесь Лялин очень успешно Дмитрия Хусаинова. Сократил, смотрите, сохранил мяч. Как чеканит здорово Алексей.